Евгений Константинович Низовских, механизатор колхоза имени Гурьева Калининградской области. Недавно на соревнованиях в Тарту он признан лучшим пахарем страны. Взять интервью у такого мастера, познакомиться с его работой приехал журналист Олег Котов. Состязание пахарей было нелегким делом. Оно принесло калининградцу и радость победы, и заслуженную славу. Скоро лучшие пахари мира будут состязаться в Югославии. Низовских готов защищать честь своей страны. У Евгения Константиновича самая мирная и древняя профессия – земледелец. Что может быть выше, почетнее этого? Пройдет бессонная ночь журналиста, и завтра об опыте работы механизатора узнает вся страна. Ведь и плуг Евгения Низовских оставил на земле заметный след.